Привет-привет, друзья! С вами Елена Мартынова. Сегодня хочу показать очередную дизайнерскую посылку от Alchemy & Art, польский бренд-производитель бумаги. Посылочка прилетела ко мне через Беларусь, через Леночку Марченко, которая положила мне еще подарочек. И подарочек мы посмотрим в конце моего видео. А сейчас я хочу быстренько познакомить вас, что же мне пришло в этот раз в этой дизайнерской посылке. На этот раз здесь всего одна коллекция. Называется она Hello Baby. Привет, малыш. Она в двух форматах, как обычно, 30 на 30 и 20 на 20. Есть два набора для вырезания и есть просто листы для вырезания. Немножко не к этой коллекции, но мы их посмотрим в конце. Так, чуть-чуть поправлю камеру. Давайте начнем с наборчиком 30 на 30. В этот раз Каролина, это хозяйка бренда, отправила как-то нам коллекцию-то очень быстро. Из нее даже еще мало сделали работ польские мастерицы, которые самые первые, конечно же, получают все новые коллекции. Мы-то это уже потом там где-то в конце, пока до нас дойдет. Но в этот раз и посылка быстро шла, и, в общем, коллекция еще такая не замылилась, работ мало, работать с ней будет мне, конечно, интересно. Так, тут много болтаю, давайте смотреть. Вот такой информационный листик, как всегда бывает. Здесь классные игрушки, лисичка, слоник, жираф, маленькие карточки. Такие дополнять куда-нибудь в альбомчик. Ой, какой классный шарик с этим, с лошадкой внутри. Милота прям. Так, ну и давайте смотреть сами листы. Коллекция в такой мягкой палитре. Как сказать, песочно-персиковый какой-то. То есть она не привязана будет к полу малыша, хотя есть листики, ну, которые все-таки добавляют таких вот гендерных оттенков. Здесь очень красивые воздушные шары, листик с сердечками, немножко цветочков, так он не перенасыщен деталями, классный лист. С обратной стороны вот такой вот крупный горох и есть немножко даже надписей. Крупный горох на каком-то таком сером фоне. Ну, в принципе, он хорошо будет сочетаться абсолютно с любым цветом бумаги. Вот такой вот еще один персико-бежевый листик. Здесь есть колясочка. И вот такие игрушки, какие-то всякие такие прибалдюшки. Вот он, розовый листик в горошек. Ну, то есть, если делать прям что-то для девочки, то, в принципе, вот есть и розовые листы. Здесь какой-то невероятной красоты карусель с цветами, лошадка. И здесь такой интересный, это как вязаный получается принт. Ну, такой достаточно стилизованный, то есть это не фотография, а как бы рисунок. И он разноцветный, очень здорово смотрится. Лист в горошек, рубашечка с ботиночками. Причем горошек... Скорее даже не горошек, это какие-то круглые пятнышки, я бы это назвала, потому что они неровные, такие классные, акварельные. Вот такой очень красивый цветочный лист, вообще универсальный, хоть для женских каких-то работ, для свадебных еще. То есть, в принципе, вообще к детской теме не сильно привязан, но тем не менее хорошо дополнит и альбомчик, и открыточку. Вот такой вот лист с воздушным шаром, с клеточкой. Не очень мне нравится вот эта компоновка, какая-то полоса непонятная. Но если делить как бы этот лист на какие-то сегменты, то в принципе будет нормально. Ну, здесь уже горошек на сером фоне, больше для мальчика. Деревяшечный лист, это такой малыш забавный в ванне. И здесь мама тоже с малышом. Очень нежные иллюстрации в приятной палитре, не яркие. Так, вот еще один листик в пятнышку. Ой, здесь просто вообще фоновый лист с сердечками, немножко только текста добавлено. И такая классная неровная полоска, тоже с текстом. Ну, звездочки вообще здоровский листик. Мне нравится, что они такие неаккуратные, как будто ребенок рисовал, может быть. Здесь такой розовый листик, немножко попачканный, как будто состаренный. То есть в коллекции все-таки есть какой-то элемент винтажности, хотя он не сильно выражен. Такой приятная винтажность. Классная полоска. Как много фоновых листов в этот раз.
Нету много перенасыщенных таких вот деталями. Ну, такая вот клеточка приятная. К этой коллекции идут отдельно вот такие вот листы для вырезания с детками. Здесь вот девочки. Вот они все розовенькие. Одна голубенькая. А, нет, вот такая вот еще бежевая. И вот такие вот мальчуганы. Такой классный. А, блин, какие классные вообще детки, прям чудесные. Куда на рождение вот малыша какую-то открыточку сделать. Может быть, в альбомчики добавлять. Ну, классные детки. Листик двусторонний, с обратной стороны вот такой вот у него принт розовый и голубой. Также не к этой коллекции, а просто лист на школьную тему. Он так и называется, School Time. Здесь вот автобус, дети, яблоки, часы. Ну, конечно, на альбом одного листа, наверное, не хватит. Было бы их хотя бы два, может быть. Ну, какую-то открытку сделать, небольшую работу. Может быть, школьное расписание. Может быть, подарок учителю. Ну, вот, в принципе, я думаю, этого листика вполне хватило. То есть даже не надо покупать какую-то школьную коллекцию, и потом она будет лежать невостребованная. Вот с обратной стороны вот такая вот приятная клеточка. И еще один интересный лист. Он с дедулями и бабулями. Вот даже какие забавные есть на велосипеде. Но, честно говоря, я не знаю, для чего этот лист и что можно с ним сделать. Ну, может быть, открытку для бабушки. Ну, хотя я не знаю, открытку для бабушки, зачем здесь изображение чужой бабушки. Может быть, просто какую-то юмористичную, прикольную открытку. Ну, не знаю, в общем. Мои дедушки-бабушки, так, grandparents у нас. Нет аналога слова grandparents, прародители, да? Ну, вот, иллюстрации чудесные, конечно, забавные такие, все. Ну, не знаю, я вообще не представляю, для чего и зачем такое делать. Так, отвлеклись мы немножко от детской коллекции. Давайте быстро-быстро посмотрим наборчик 20 на 20. Здесь вот такие вот у нас персонажи. Разные этнические группы. Вот такие вот на любой вкус. Ну, как бы эта коллекция, и американские скраперы с ней работают. То есть она на весь мир распространяется, поэтому как бы здесь вот такие иллюстрации. Так, по два листочка, значит, здесь у нас. Быстренько просто вот так их пролистаю. Да, горошек здесь уже меленький, очень здорово. И какой-то мини-альбом вполне можно сделать вот из этой коллекции, ну, из этого набора. Можно его дополнить к большому. Я бы с удовольствием взяла заказ на такой детский альбом, потому что, ну, мне такой малышовский делать некому. У меня даже племяннику уже 8 лет. Вот, а тем более мои дети уже большие. Там внуки еще вообще не планируются никаким образом. Но сделать просто, чтобы стоял, тоже не хочется на полку класть. Хочется, чтобы его кто-то заполнял. Ну, как бы, поэтому, если хотите заказать альбомчик, я буду очень рада его сделать. Так, листы для вырезания. Это для мальчика. Hello, baby boy. Вот такие вот. Как обычно, очень много класснючих всяких вырезалочек. Вот такие машинки деревянные мне нравятся. Ой, блин, какие малыши славные вообще. Щекастые. Так, двусторонние эти листы. Да, с двух сторон. А вот такие вот с детской комнаткой. Можно прям вот я уже вижу поп-ап альбомчик. И там какая-то детская комнатка. С зайчиком такой прям. Ну, вообще, я прям смотрю и умиляюсь на все эти иллюстрации. Каролина, конечно, она умеет их находить. Прям чудесные. Я не знаю, вот каждая ее коллекция, я прям влюбляюсь. Какая бутылочка красивая. Мишка. Они как-то, ну, не слишком примитивные, вот эти иллюстрации. И в то же время это не фотографии, это картинки. Каруселька вот такая, Мишка. На лошадках каких винтажных. Здесь очень красивые воздушные шары, просто роскошные. Даже уточка, вон какая красивая. Малыш такой. Одежда. Какие-то кубики. Ой, здесь как интересно, смотрите,
кроватка в лодке. Вообще, я прям не ожидала, я не видела такую вот ни у кого из девчонок кровать с балдахином. Моя детская мечта, я в детстве мечтала, что у меня была кроватка с балдахином. Ну, конечно же, мне никто ее никогда бы не сделал. Так, и здесь цветы. Да, тоже двусторонние, очень красивые цветы. Можно повырезать, добавить куда там. Так, и наборчик для девочки давайте посмотрим. Вот здесь уже розовая кроватка. Ну, в принципе, наверное, здесь будут похожие элементы, но только уже в розовой такой палитре. Мишки вот тоже есть такие же. Платьицы всякие. Боже, как красиво. Нет, мне даже жалко будет делать этот альбом для кого-то. Я хочу его сделать и оставить. И оставить себе. Вот просто как, знаете, такое эстетически любоваться. Вот сделать и как арт-объект. Вот этот вот красивущий. Смотрите, какие красивые иллюстрации. Просто шикарный. Альбом будет шикарный. Я, ну, максимум, может быть, я сделаю какую-нибудь открытку, конечно, чтобы просто быстро-быстро показать эту коллекцию в дизайн-команде. Но остальное все я зажму на альбом. Здесь уже лодка, но она розовая. И мешутки красивущие, и воздушные шары. И вот такие очень нежные красивые цветочки. Прелесть. Так, что еще мне прислали? Мне прислали вот такие вот полосочки. Вот такие вот интересные они. Они здесь разные как бы рисунки с двух сторон. Так что надо выбирать. Ну, мне прислали по две штучки, так что у меня и то будет. Кстати, сейчас в Скорпоголиках идет закупка этой коллекции, ну и всех остальных от Алхимии. Можете поучаствовать и купить. Я советую, если вы делаете детские работы, то я прям советую эту коллекцию. Она очень красивая. Можно даже купить просто наборы для вырезания, вот эти для мальчика и девочки. Ну и как бы скомбинировать их с какой-то более дешевой бумагой, в принципе, ну, сэкономить. Но вот эти наборчики, они просто волшебные. Бабочки. Бабочки крупные, конечно. Не знаю, только если в слои куда-то. Ну, такие ловцы снов. Ну, да, тут не вырежешь, конечно, их. Вот. Так что вот такая вот коллекция мне пришла, очень красивая. Не знаю, когда я начну, правда, с ней работать, потому что сейчас Новый год, все-таки хочется новогодних работ побольше сделать. И плюс у меня еще тут одна коллекция «Ловец снов» тоже в работе. Делаю с ней работу. Скоро покажу. Вот, но буду, конечно, обязательно с ней делать что-то интересное. Надеюсь, вам понравилась эта коллекция. Так, а сейчас в конце бонус. Это подарок от Леночки Марченко. Вот так вот, можете видеть здесь пол коробки еще только подарков. Ленусь, спасибо огромное. Ты меня прямо завалила всякой красотой, нужностью, вкусняшками. Ну, в общем, всем-всем. Вот такие вот два листа фэнтези с морскими обитателями. Они вообще не просто так, клянусь, спасибо огромное. Я просто сказала, что я буду скоро делать морской альбом, и мне, ну, просила чуть-чуть вырубки, если есть какой-то на морскую тему. А Лен мне положила вот такие наборчики, очень классные, я обязательно их вырежу, буду использовать, потому что в моей бумажке вырезалки какие-то все однотипные, там вот именно с морским дном их и нету, а вот эти мне прям очень пригодятся. Ну, я думаю, здесь даже, ну, на один разворот точно хватит какой-нибудь такой, как морское дно оформить. Так, я хочу открыть сначала вот это вот. Я вижу, что здесь что-то рукодельное. Я не открывала, не смотрела. И это вообще чудесная тыковка. Остановись мгновение с красивыми цветочками. Ай, подождите, это открыточка. Ух ты, открыточка. А она еще и с секретиком. Здесь вот такие вот карточки. Красота, вообще красивая вырубка здесь с тыковками. Еще одна работа от Леночки у меня будет стоять на полке. Сейчас поставлю. У меня как раз все украшено
Осень у меня сейчас над моим рукодельным столом. И вот еще одна, как бы, еще один экспонат. А здесь птичка, вон она сидит с домиком. Я видела у Лены вот эту открыточку, там, по-моему, мастер-класс даже по ней есть, да? Как раз. Ну, а из чего это? Она как бархатная. Бархатная такая. Красиво. Красивая открыточка, тыковка. Я люблю тыковки. Ну, не есть, а так любоваться. Есть, нет, не люблю. Так, сюда откладываем. Вот это фоторамка. Вообще, балдеж со стеклом. Ну, как бы задекорировать что-то, да? Она прям новая. Либо как бы, я вышивки, ну, вышиваю иногда какую-нибудь маленькую вышивку оформить. Мне как раз вот я уже приглядела одну на Валберес себе вышивку, в принципе, вот в эту рамочку. Мне кажется, она прям здорово подошла бы. Ну, спасибо, Ленусь. Она красивая, она такая молочная, она не белоснежная, и поэтому, ну, как бы мне это даже больше нравится. Может быть, задекорирую. Пока не знаю. Так, эти большие вкусняшки покажу здесь. Лена мне прислала. Так, вот такую пастилу с мармеладом. Я очень люблю пастилу, очень люблю с яблоком, вот с такой вот прожилкой. Я так думаю, что это белорусское, да, ваше производство, да, даже Гомельская область, где-то недалеко от Лены делают. Так, арахисовый козинак. Ну, ням-ням с этим, с кофейком я сегодня его заточу. Эти не открывала, ждала снять. И вот такая вот. Я сначала не поняла, что это такое. Ну, потому что здесь не по-русски. А потом вот сюда глянула. Ага, клюква в сахаре, я знаю. Я, ну, честно, я 100 лет такую не ела. Давайте откроем и заглянем, что она из себя представляет. Ну, какая, смотрите, интересная. Ну-ка, сейчас мы одну попробуем. Кислая. Кисло-сладкая. Ну, прикольно вообще. Мне кажется, знаешь, когда болеешь, вот такой вот прям, ну, с чаем вот побольше жидкости пить. Ну, тут она с витаминчиками, с антиоксидантами, ну, все. Здоровая и молодая. Спасибо, Людусь. Дикорослая даже ягода. Какая-то вам там в парниках выращенная. Прикольно вообще. Вот такая классная маленькая коробочка. Как раз вот раз вот съел и это. У меня вкусное. Вообще такое послевкусие интересное. Очень вкусно. Спасибо. Так, вот здесь что-то не открывал. Я не пойму, что-то жесткое. Круглая. Тоже тыква, что ли, какая-то. Жесткая и круглая. О, точно, тыква. Это настоящая тыква. Я видела, да, у Лены на канале. Ба, белая, настоящая малюсенькая тыква. Вообще. Прикольная. Понюхала ее. Не пахнет. Но она настоящая, она тяжеленькая. Ну, вообще шикос. Блин, спасибо. Я даже не знала, что такие, ну, растут. Я думала, они только рыжие бывают. И большие. Это маленькое. Так, ладно, я не хочу затягивать видео, девчат. У меня куча дел, честно говоря. Я ничего не успеваю. Так, конвертик. Конвертик. Здесь вот такое вот тиснение какое-то красивое. Но тоже в морской альбомчик, я думаю, пойдет. Вот такой кусочек вырубки. Прикольный. Кружавчики. Смотрите, какие красивые. Вот, ну, жалко вот мне, конечно. Я просто делаю вот этот морской альбом, он для мальчика будет. Мне кажется, вот кружево туда, ну, не стоит, наверное, как-то добавлять. А хотя вот в морской вот такой вот очень здорово бы было. Красивое кружево очень. Вот это прям как мережка такая вот сделана. Спасибо, красиво. Очень, я люблю кружево, очень красивое. Так, и вот конвертик, он вот такой морской уже. Морской, и в нем я знаю, что будет морская вырубка. Так, я вот так открою. Ух ты, блин, сколько там много. Очень много. И всякие, смотрите, ракушечки, маяки, такие штурвалы, пузырики. Ну, кстати, нож-пузырики у меня где-то есть, но, блин, мне так лень рубить.
Блин, Ленусь, ты, наверное, несколько часов это рубила для меня. Прям спасибо. Я попросила, ну, чуть-чуть, ты прям так много. Ну, мне тут точно больше, чем на альбом хватит. Рыбка. Так. А, вот такой вот классный ножичек. Да, ты мне уже присылала. Я его использовала в дембельском альбоме. Так, что тут еще? Тут еще карточки. Классно. Пусть. А, вырезалки уже вырезанные. Вообще. Они тебе не нужны уже, что ли? Нет, это не вырезалки. Это чипборд, что ли? Это у фэнтези такой чипборд есть. Ба, он уже разукрашен. Ну, как он? Напечатанный, наверное, да, на этом? На фанерке. Не на фанерке, на картоне. Ба, ну вообще шикарный. Спасибо, все, я теперь начинаю делать альбом. Ну, сейчас только доделаю пару работ для дизайн-команд. Как обычно, и примусь за альбомчик. Спасибо, ты меня прям вдохновила, мне хочется быстрее начать. Так, ну все, не затягивала я видео. Надеюсь, вам было интересно, познавательно, весело провести со мной эти 20 минут. Все, давайте прощаюсь с вами, пока-пока.